Короче говоря, всем привет, с вами по-прежнему Артур. Это еще одно видео по Elite Dangerous. Очень многие спрашивают, почему видео по этой игре не выходит. Дело тут в том, что на данный момент в игре, ну, лично я занимаюсь не самыми интересными делами. Ко мне присоединился Джек, ну, которого многие знают, Джек Шепард, господи. Мы с ним вдвух летаем достаточно часто здесь и занимаемся именно перевозом контрабандных вещей, то есть из системы в систему бегаем от сил правопорядка и тому подобное. То есть на самом деле рутинные дела, просто вот взял груз, летишь к станции, разгрузился, взял новую работу, летишь к другой станции и тому подобное. Здесь мало что можно показать, но, в общем, вот сейчас я нахожусь в очередном поясе астероидов. Это железный пояс, и я нарвался на какое-то мясо. На самом деле, если вы хотите получить неплохо денег, то, во-первых, вам нужен неплохой корабль, как у меня сейчас. А во-вторых, собственно, немножко привыкнуть к местному управлению, потому что вот сейчас вот я, допустим, в одиночку размотал имперский тяжелый корабль, который на несколько классов выше, чем мой Diamondback. Потом под конец прибыли какие-то товарищи и поддержали меня, но где-то, наверное, процентов до 10, то есть целостности его корпуса, все сносил я сам. И у него, в принципе, не было никаких шансов. И вот, кстати говоря, еще один имперский тяжелый. Здесь реально идет какое-то мясо, давайте присоединимся, потому что на этом можно неплохо зашибать деньги. У него, конечно, в целом все достаточно хорошо, а у меня все достаточно плохо, потому что, как видите, у меня уже кокпит себя довольно плохо чувствует. Но я постараюсь присоединиться к этому делу. А теперь нужно нафиг уходить, потому что его пушки разбирают меня просто вообще в хлам. Но тем не менее, у меня вполне неплохо получается. Сейчас то, чем я пользуюсь, пучковые лазеры, это просто эксперимент. До этого я пучковыми лазерами сносил только щиты, потом в дело вступали залповые орудия, которые, ну, действуют по принципу дробовика, то есть накидывают на врага кучу пробивающего элемента, и ему становится плохо. Ну и, соответственно, по-моему, неплохо, вполне себе неплохо. 4 пучковых лазера, которые стоят достаточно серьезно, там каждый под соточку, вполне себе неплохие новости. Так, ну у товарища явно нет шансов, потому что на него реально накинулись гурбой Кейт Смит. И смотрите, какой красавец. Сейчас он уже кончится. Последний выстрел будет, как обычно, мои. Все, давай, до свидания. Сейчас главное, чтобы нас выстрелом не разнесло. Вот так, таким макаром мы достаточно просто и легко заработали себе соточку кредитов. Это на самом деле не очень большие деньги, ну, просто мне охота была немножко экшона. Так вот, давайте куда-нибудь отлетим от этого места, потому что реально мясо. Сейчас мы с вами выберем ближайшую станцию. Ближайшая станция у нас это... так, сейчас посмотрим. Я даже не помню, уже пару-тройку деньков не играл. Так, ну тут-то я не вижу, так что давайте просто так посмотрим. Меня там кто-то сканирует, но я вроде не в розыске, поэтому все нормально. Так, здесь у нас станция Руза Хаб. На нее, наверное, и нужно петлять. Так, тихо, ребята. Спокойно. Федеральная служба безопасности. Благодарю за сотрудничество, командир. Короче говоря, вот так оно и работает. Лично для себя, когда играешь, эта игра безумно интересна. Но что тут показывать на видео, я на самом деле затрудняюсь сказать, потому что, не знаю, это очень монотонная и однообразная игра, которая понравится именно фанатам космоса по большей части. Но тем не менее, если она вам понравится, то вы засядете в нее надолго. Я думаю, что... Так, сейчас нам нужно будет этот пояс облететь, чтобы в него не углубиться. А потом мы двинемся к этой станции, нужно починиться. Я думаю, что сейчас я, наверное, покажу вам, в принципе... Ну, а что тут показывать? Очередную станцию, посмотрим, какая там работа есть. Я достаточно серьезно улетел. Я купил себе достаточно уже неплохой корабль средне-начального уровня. Но, понятное дело, что есть корабли там и по 17 тысяч... По 17 миллионов кредитов и тому подобное. Мой корабль стоит... 600, что ли, тысяч кредитов. Но я на него наворотил еще где-то миллиона на два разнообразных улучшений. То есть более хороший корпус, серьезные пушки, щитогенераторы. То есть вся начинка внутренняя неплохо прокачана. И, среди прочего, я создал это видео, чтобы вы объяснили мне ряд моментов. То есть, допустим, у нас есть модули, и здесь распределение. Приоритет выставляешь, ну, собственно... на разнообразные системы. Как это все работает? Объясните мне на пальцах. Я, в принципе, это все понимаю, но если бы был какой-то туториал... Просто Элитка — это такая игра, которая вообще никому никогда ничего не объясняет. Поэтому
ваши подсказки всегда будут в тему. Проще всего денег заработать либо вот здесь, на поясе астероидов. То есть, как вы видели, за 5 минут я заработал 100 тысяч кредитов. И если продолжать в том же духе, то можно заработать намного больше. Но это если умеешь летать. Я говорю, серьезно приучился за последнее время. И в последнее время, то есть, корабли даже на 2-3 порядка себя сильнее разбирал. Если у них, конечно, турельного оборудования не стоит, который может стрелять в тебя, когда ты находишься у них в задней полусфере. Тогда, в принципе, без шансов, потому что мои щиты не выдерживают более мощный классом кораблей. Но так, когда реально устраиваешь догфайт, в принципе, на джойстике крутиться очень удобно и очень приятно. Мне понравилось. Ну и, короче говоря, подсадил на это дело Джека Шепарда. Он сейчас достаточно плотно играет. Мы сделали ему точно такой же корабль, как мне. Не знаю, сейчас я с ним опять же не играл пару-тройку деньков, и вполне возможно, он там, ну он же такой, он все засядет, там все на пипец. Возможно, у него даже корабль же какой-нибудь Вультур там или еще что-нибудь в этом духе. Но игра, конечно, просто прекрасная. Она очень медитативная. Мне очень интересно играть именно в плане вот, когда ты знаешь, чего ты от игры хочешь. То есть не просто бесцельное мотание, а когда ты знаешь, что вот сам себе ставишь цели. Ой, меня перехватывает. Кто там меня перехватывает? Давайте посмотрим. За мной Сайдвиндер. Я дам ему себя перехватить, потому что какого хрена вообще? Давай посмотрим. Ой, это не Сайдвиндер. Ты, говорит, выбрал смерть очень хорошо. Вообще-то смерть выбрал ты, чувак. Постоянно держимся у него на хвосте, не даем ему развернуться к нам. Ой, что-то я прилетел. Ну, как обычно, короче, когда разговариваешь, это все получается не так хорошо, как не разговариваешь. Так, ну мы его неплохо шатаем, среди прочего. Надо будет оборудование перераспределить на энергию на пушке. То есть самое главное — это научиться правильно маневрировать. Он эксперт, поэтому маневрировать будет очень хорошо, но мы все равно победим. Куда он нахрен денется? Че, братья, не ушел, да? Так, ускоримся. Не дадим ему зайти на нас. Все время держимся сзади. Щиты восстановились. Ничего страшного. Ненадолго. Так, всю энергию на пушке. Лоб в лоб не допускаем. То есть сразу же прём на него, после этого бешено разворачиваемся и опять ловим его в заднюю полусферу. Вот так. Но он хорош, реально неплох парень. Он достаточно маневренный. Никуда не уйдешь, скотина. Вертимся, не даем ему зайти к нам в задницу. Это будет очень-очень плохо. До свидания. Еще одного спасли. Как видите, магию. Приучились. Так, пушки убираем. Давайте парковаться. За мной сзади кто-то двигается. Что-то хочет, что ли. Так, ладно, давайте попросим стыковку. Ну и тут можно смотреть, примерно в какой стороне находится стыковочное ядро. То есть, как вы видите, справа от нашего радара находится мини-радарчик, который указывает нам примерное месторасположение нашей посадочной площадки. И по нему ты можешь примерно, опять же, определить,
где, собственно, находится... О, или по следам залетающих товарищей. Где, короче говоря, собственно, находится шлюз, потому что на таких здоровенных махинах не самая простая задача. Так, это оно? Господи, какая-то дура огромная. Вот она, по-моему. Сканируйте, сканируйте, не обляпайтесь. У меня ничего нет. А, вот же она, господи. Чуть не пропустил. Короче говоря, вот такая игра. Советую играть самому. Так, надо чиниться, потому что кокпит... Я на самом деле поставил нормальную систему жизнеобеспечения. Когда у тебя ушибает кокпит, у тебя примерно 5 минут на то, чтобы, собственно, ну, долететь до станции, до ближайшей, и получить себе воздух, иначе тебе кранты. А, так, все починить. Неплохо нас так покоцали. С моей системой жизнеобеспечения... Так, я сейчас посмотрю, я ее точно поставил. Просто до этого я летал на Кобре МК-3. В нее я тоже вложил там лимона 3. И поэтому она серьезным была аппаратом, очень неплохо все разматывала. Но потом я увидел этот корабль, и он прикольный. Его редко где можно найти. Как видите, пучковые лазеры, в принципе, они быстро сносят щиты, и при этом быстро сносят корпус. Вполне себе неплохой. Я пока полетаю так, сюда еще можно что-то прикрепить, но у меня на самом деле уже не так много энергии. Если посмотреть расход энергии, то есть доступно 12 тысяч мегаватт. Когда выпущено оружие, либо там шасси, либо что-то еще, то есть забирается 10.91. Когда летаешь в обычном режиме 7.83. Ну, то есть так. Прыгать я теперь могу аж на 14 световых лет. Это во сколько там, в 3 раза получается больше. Или даже в 4 раза больше, чем то, что было изначально. То, что было в предыдущих сериях, я вам показывал. Так, ну система жизнеобеспечения, давайте посмотрим. Система жизнеобеспечения у меня стоит вообще шляпная. Поэтому давайте мы поставим лучше вот эту. Это очень сильно помогает, потому что кокпит постоянно вышибает. Вот так выглядит мой корабль. Вот так он, собственно, выглядит. Он похож на вертолет, и он очень прикольный. Так, ладно, сейчас я пока ничего не буду делать. Я сейчас пойду в доску объявлений. Нет, не в доску объявлений. Я сначала пойду в контакты и сдам свои денежки. Здесь у нас что-то особо работы сегодня нет. Отмените контракт знаменитости из фракции... В Нангуцу... Я в какие-то японские попал системы. Здесь все названия примерно такие. Фракция Глен Хельгисон больше не подходит для того, чтобы быть нашими представителями в системе Нангуцу. К сожалению, в их контракте предусмотрено достаточно большое выходное пособие, которое нам бы не хотелось выплачивать. Нормально. При этом их смерть покрывается страховкой. Угу. Эта компенсация покрыла бы все их расходы и ваше вознаграждение. Последний раз их видели в системе Хаджо. Ну, такой лучше с Джеком лететь. В одиночку такие цели разбирать достаточно накладно, при том, что денег особых не дают, да? Короче говоря, среди всего прочего, мы вот за эти вот 10 минут, что я вам показываю игру, получили уже 140 тысяч кредитов. Так что, в принципе, это все дело достаточно нормально. Корабль просто офигенский. Посмотрите, как он выглядит. Кабина просто очень крутая. В Кобре МК-3 мне тоже нравилось. Там большая, можно танцевать внутри. Но вот здесь именно такая. То есть одноместная, очень крутая. Хай-тек там все дела. То есть крутотенечка. Хорошо, наверное, на этом мы с вами сейчас прервемся. И дальше это видео пойдет уже в коопе там с Джеком. Потому что, ну, покажу вам, как оно работает. Работа в крыле и совместное выполнение разнообразных миссий. Джек там занимается своими делами, торгует. Я говорю, о, тут какой-то неизвестный источник сигнала. Дай-ка я такой, типа, слетаю к нему, залетаю. И там в космосе тупо висят контейнеры с золотом. Куча, короче. Я такой, о, Джек, тут золото, прилетай, я один не схвачу. Только подлетаю, короче, в этом, ну,
в сети сообщение. Он купился, неужели он купился на это? Вылетает целый флот пиратских кораблей, короче, и меня разламывает за сколько там? Секунд за 5, наверное. Просто я даже не успел сказать, что ай. Ты сказал золото, и это были последние слова. Это была такая жесть. Ау, меня бьют, Джек, а меня убил целый флот. Это была засада. Я такой, ну бывает. Это называется ау. Я сейчас спросил у людей, как работает распределение приоритетов. Вот, вы можете видеть Джека на радаре, собственно. Вот он у нас появился. Я Кристиан Стейшн залетаю. Ну да. Так, я поставлю себе маркер на нее тоже. Mm-hmm. Короче говоря, на... Не, что я хотел сказать-то? А, на четверку нажимаешь, и здесь идет вторая вкладка модули. Я, в общем, спросил у людей, как она, собственно, все работает, потому что у меня определенное недопонимание по этому вопросу. Ну и что объяснили? Вот я только спросил, вот это вот видео выпустим, а потом можно будет почитать. Окей. То есть можно там гайды в интернете, но это скучно. Вот так пролетит. Лучше с людьми пообщаться. Так, ну я что-то пролетаю, я дико разогнался. Стопуй. Не, все, пошел на полгода. Сегодня при записи это все. Ты тоже тут витками, да? Да нет, я как бы тихонечко лечу, ты посмотри, какая классная звезда это или что. Такая с огнем вся, как будто лавовая какая-то. Мы тут такие эти видели. Ну, землеподобные планеты. То есть планета, пролетаешь по ночной стороне, а там, в общем, красота. Давай этот на видео. Я прям за тобой залетаю. На видео сейчас стопорнемся, друг на друга посветим. Только не помню, какую кнопку я фонарь включил. А, insert, по-моему. Нет, я поставил ее у себя на джойстик куда-то. А, ты свой поставил. Так, ты вошел? Вон, я тебя вижу. Ты в 12 километрах. Тебя опять кинуло за 20 километров. Ну, типа, да, за 20 километров давай лети сам. Ой, я ненавижу эти станции, в них вообще не поймешь, как улетать. Вот Артур не соврет, я один раз 10 минут реального времени искал влет в нее. Да, причем у него там еще этот... Короче, он вез рабов, по-моему, имперских, ну, проституток. Да. И четырех рабов. И его там сканируют постоянно, пытаются... А, где вход? Так. Стоп. Полетели. На ноль, сейчас развернусь. Нейтронная звезда это красиво, но очень опасно, потому что она начинает экстренное торможение примерно в тех же параметрах, как и обычная звезда. Но если у обычной звезды ты видишь, что близко подлетел, то она, по сути, очень маленькая. Ты просто думаешь, что... У меня фонари далеко... светят? Да, у тебя фонари светят. Вот так выглядят наши машинки. Так. А они у нас абсолютно одинаковые. Угу. Мне осталось вспомнить, как, собственно, включать... А, во! Во! Вон я на него свечу, видите? Давай, открой свой. Что у тебя за вооружение сейчас? Сейчас увидишь. У меня два орудия, которые стреляют автоматом, и два пучковых лазера самых крутых. Угу. То есть, да, эти два гатлинга, ну, многоствольные пушки. Они прикольные. А два пучковых лазера, я четыре пучковых лазера поставил вот, в качестве эксперимента. Угу, что-то они щит сносят просто реально жестко, смертельно и очень быстро. Ну, потом возникает проблема. А после щита, вот там механический дамаг, это идет тот, который прям по броне корабля. Угу. Ага, понятно. Да, и там, соответственно, можно вырубать различные подсистемы, но это мы пока еще не используем, не научились. У тебя опять раскраска какая-то маньячая, что ли? Это небольшой докфайт устроил. Не, у меня нет этого. Давай на счет три, короче. Да, разлетаемся там, я не знаю, километра на два. А потом на скорости полетим, друг друга постреляем и на станцию. Ну, я уже отлетел, в принципе. Все, окей, полетели. Так, только я оружие не достал. Мы пиратские пираты! С такого расстояния пучков лазера они, конечно, не так хорошо, я лучше отличать тебя. Дам подойти тебе поближе. Теперь вот. Ого, это что было? Это пушки это мои. Это пушки, ты же сказал, у тебя пулеметы. Ну, у меня, типа, как бы они не пулеметы, они пишутся, что это орудие. А, ну орудие это как бы... Поэтому я тебе сказал, что это орудие. Орудие это другое дело. Там полегче, там, Короче, мальчики, я только покрасил. Слушай, у нас вообще ты не херовый, мы что-то как-то вообще друг друга особо не сносим. Так, мы опять врезаем, все хорошо. Сейчас опять планом полетели на станцию. Там такие типа, а окей. Короче, опять эти прилетели. У меня был корабль старый, я на него поставил прибор специальный, который делал автопилот. То есть я подлетал к станции, сбавлял скорость, и у меня корабль сам за меня, короче, залетал в станцию, садился, в общем, мне ничего делать не надо. А когда я купил этот корабль, у него нет такой фишки, и мне так лень взлетать самому туда. Ну да.
Ну так и живем. Ты же еще раз. А я вообще не ставил. То есть автопилот, это пока тебя там, короче, он подведет к шлюзу, это пока он тебя выровняет медленно. Не, ну он довольно быстро это делает. Но при этом, если тебя сканируют, будут федералы, а ты везешь. Да, если сканируют, то ты можешь сам газу дать, просто и залететь. Ага, прикольно. Пару раз было такое, когда мне нужно было залететь. Так, ну и вот один раз, когда не мог. Запросить стыковку, зафиксировать цель. Теперь смотрим по мини-радарчику. Вот здесь у нас должен быть влет, кстати говоря. Я уже подхожу я к нему, судя по всему. Не могу. Опять. Вот он тут. Че такое? Я тут. Ну вот, видишь, где я? Я пришел около него. Сейчас, по-моему, я. От него. Так, пушки надо убрать, а то обидится еще. Так, пойду искать тебя. Главное, станцию не влететь, то на скорости 200 км в секунду. Да нормально, ты даже не поцарапаешь, не бойся. А, ну ты помрешь, конечно. Ну, я, конечно, помру. Я каждый раз, когда сажусь, ну, типа, в таком режиме, у меня 10% краски стирается просто с корабля. О, я нашел вход. Нашел, ну все-то. Да. Так, у меня 29-й шлюз. Ты там этот, ты не надо какая-то. У меня 6. Ну, я чуть-чуть вперед тебя сейчас. Не выскочил меня. Шассишку надо включить. Да, кстати, шасси. MLG влет, смотри, MLG. Давай, давай. MLG. Неплохо. MLG. Так, 6-й, вот он мой. Чуть не прилетел. Так, мои 29-е. Короче, вот так и живем, ребята, вот так и живем. Занимаемся это всякой фигней. Будни пиратских пиратов. Да, будни убивательских убийц и тому подобное. Тося. Кошка этот, на приборную панель лезет. Ну, это сейчас правильно. Хозяйка на корабле. Ой, простите. Другая служба космопорта, посмотрим, что у них заработать есть. Короче, просто покажем там, как мы живем вообще. Ну тут этот. Я че сесть-то не могу, Ты шасси выпустил? Ты той стороны залетел? Да, той стороной шасси выпустил. Есть джек работа. По. Да, хорошая работа. Да, легкий груз на 93 тысячи. Рабы обычные. На обычные рабы, но это легко, это мы. Так, не короче, сюда. Когда ты возьмешь, я возьму, потому что здесь бывает, что один берет, и через некоторое время второй берет, и у него пропадает, в общем. Сейчас, окей, давай. Система охрана, в общем, космопорт Иванченков Vision. Охрана, да, которая? Ага, Иванченков Vision. Аутпост, да? Все принимаю. 4 рабов довести вообще легко. У меня была ситуация, кстати, про которую, ну, то. По-моему, при тебе это было, да, когда я вез, короче, 4 рабов, потом случайно потерял контроль над кораблем после того, как меня атаковали, пролетел рядом со звездой какой-то огненной, короче, и поджарил 3 рабов, привез одного подгоревшего, мне сказали, типа, миссия провалена. Это постоянно. Так, а что тут есть на этой станции? Космоверф, может, какие-нибудь корабли уникальные? Вот эти вот корабли, которые у нас, их довольно сложно найти. То есть. Да, мы их только на одной станции увидели пока что и сразу купили. Да, в общем, они достаточно прикольные, они очень маневренные, они такие вот начально-среднего уровня, но уже так, не чешные. Так, что у меня там? У меня, наверное, боеприпасы. А, какие у меня боеприпасы, господи. Запчасти. Ну, ты купи, потому что мы с тобой, типа, докфайтс такое. Нет, ну, у меня не надо боеприпасы, у меня все от генератора. Да, блин. Так, универсальная картография. Тут, кстати, нет транспорта, который мне нравится, то есть я СП, который хочу взять за 6 миллионов. АСП, да, АСП, Вультур, это ближайшие цели. Так, ну я готов летать. Ну да, погнали тогда. А еще, короче, один раз я уже стоял, ну то есть сел, да, на станцию, начал что-то своими делами заниматься, у меня было, короче, 8 рабов с собой, то есть там полностью забит был этот отсек рабами. И, по-моему, я еще какие-то эти наркотики вез, короче. Угу. Пару штук. С такой сижу, спокойно, как бы, ну, не тороплюсь никуда. И бас пишут, вас сканируют. Я такой, что такое? Смотрю, знаешь, там флот пролетает такой, и один из кораблей ко мне реально подлетел и решил просканировать меня. Я такой, быстрее, в ангар, опускайте меня, опускайте. В итоге меня не успели опустить, и я 35 тысяч был должен. Вот, стал. А у меня было такое, помню, что я тупо стоял на станции, ну, не такой сферического типа, то есть станция, где ты сверху приземляешься. Которая небольшая. Да, да. И меня там федеральные власти расстреливали. Короче, пока я стою там в доке, меня сверху расстреливают. Прикол. Так, все, гравитационного захвата нет, можно уходить. Вылетаем. Короче, мы, да, уже научились там использовать распределение энергии вот этого справа от значков щитов там и состояния целостности корпуса.
там на движок, на системы, на оружие. То есть все умеем. Это вы можете не это очень. Нам очень помогает в бою. Ну, вы продолжайте писать полезные советы, потому что, не знаю, это, ну, такая игра, которую реально там только по гайдам изучать очень многие моменты. Да, полезных советов мало не бывает. Но, кстати, я читал отзывы в Steam, большинство людей пишут, что если, ну, как бы вы не знакомы не то чтобы с жанром, а вообще, как бы, ну, у вас нет знакомого, который может вас обучить, или, ну, вам лень смотреть видео, то в эту игру будет очень тяжело играть. Ну да, это так. Тут тебя закидывают, и просто делай, что хочешь. Так, Мишник. Это нам куда нужно лететь? Это нам солнышко влететь надо? Да совсем чуть-чуть, тут 23 световых секунды. Окей, если перехватывать будут, скажи. Угу. Тебе вслед залечу. Короче, вдвоем воевать-то, конечно, интересно. Мы тут подлетим к какому-нибудь маяку, там, повоюем чуть-чуть. Ну так, по веселухе. Или залетаем там, короче, ну, есть такие квесты, то есть охотники за головами, где нужно найти какого-нибудь суперкрутого, например, героя какой-нибудь планеты, короче, и уничтожить его. И Артур такой говорит, ты уверен, что мы хотим уничтожить героя вот этой вот планеты, на которой несколько миллиардов людей живет? Там население, там несколько миллиардов, да. Продвинутые, там, типа, ну, короче, чуть ли не центр вселенной такая планета. Да-да-да. Я говорю, ты хочешь уничтожить героя этой планеты? Легко вообще. Потом прилетаем там, короче, питоны, анаконды, мы такие, до свидания, нечего здесь делать, короче. Квест отменить. Деньги платить больше не будем. А на конду хочется. Здесь есть торговые пути, по которым, если полетать там часа два, вроде как покупая определенный груз и продавая его, то можно тоже там зашивать, люди говорят, по 500 миллионов. Ой, по 500 да, миллионов. Да, но это нужно, во-первых, и время тратить, но во-вторых, маршруты знать. То есть, в принципе, экономика здесь довольно сильная, она реально воздействует от того, насколько игроки какие-то вещи покупают или продают. То есть всегда, ну, одного и того же пути какого-то, который ты запомнил, будешь постоянно возить одни вещи в другую систему и другие вещи в третью, там, да, такого нет. То есть там постоянно меняются курсы, где-то выгоднее, где-то невыгоднее становится. Смотрю. И, в общем, это интересно. Ты вышел, да? Меня сейчас опять да, я залетаю. Короче, со мной опять по этому, по сообщениям, вышел на связь какой-то персонаж и говорит, типа, I have a message for you. Интересно. Ну, это внутриигровой, то есть. 20 километров! Потерялся малюха. Перелетел. Так, я заправляюсь и сдаю рабов. Ну, вроде никто не сканирует. Я тут что-то, короче... Так, давай, иди сюда. Ну, мы как бы подальше от начальных систем отлетели, да, вот, поэтому здесь и как-то полиции поменьше, игроков реальных поменьше. Просто есть, да. Ну, вот, допустим, я не сдержал свое обещание и добавляю всех, кто, собственно, пишется друзья. И есть такие персонажи, один там Вова Дова, что ли, какой-то. Короче, просто да, преследовал да, да. И, ну, просто постоянно так вертится вокруг тебя, типа, о-о-о-о. Фонарями светит. Пока мы там педалить не начали, он пока не убежал, короче, так это все и продолжалось. Вот. Так самое забавное, мы пацану сбили щит, сбили здоровье до 30%, он сделал гиперпрыжок, убежал, а потом написал, да, я бы вас прикончил, типа, чуваки, ну, чё. Да. Мы пираты пиратов. Mm-hmm. Так, здесь необходим опытный техник по утилизации старинного оборудования. Что это? В связи с рядом неприятных событий храна Crimson Electronics X вынужден обратиться за помощью к опытному военному технику, который сумел бы взять на себя особо щепетильное задание, по причинам, которые вам знать не обязательно. Нам необходимо отправить героя в отставку героя отставку. Вот. Героя надо опять убить. Это Пенгдунг. Джел Габриэльсон. Да, Пенгдунг. Можно попробовать. Давай попробуем найти хотя бы. Ну, он находится в системе Пенгдунг. Потому что, вот, чтобы вы знали, ну, типа, нам говорят систему, и в ней нужно вылетать в разные сигналы, там, сильный сигнал, необычный сигнал, неопознанный сигнал, и, ну, типа, абсолютно рандомный шанс на то, попадется нам этот парень или нет. И плюс, скорее всего, этот герой не один, а вместе там с прислугой со своей. Короче, у нас такие неуловимые мстители. Мы делаем набег, стреляем только по цели, стараемся его вынести максимально быстро. А со свитой не воевать, потому что три даже стрёмных корабля, это, ну, они все равно. То есть пока ты там бьешь одного, второй тебе щит сшибает, а третий ковыряет твою броню там. Поэтому лучше с большими скопищами не работать. Так, Пенгдунг, где находится? Ну, прям рядом, по-моему. Сейчас я посмотрю. Так. Сейчас я вылетаю уже потихоньку. Пенгдунг. Поставить все хорошо.
Так, тут есть две зоны конфликта, высокой напряженности и низкая. Хочешь там попробовать? Ну, возможно, есть там... Есть маяк здесь прямо поблизости, просто. Можно на него посмотреть. А, навигационный маяк. Тебя, получается. Маяк. Сейчас развернусь. То есть, ну вот на мышке действительно, на джойстике гораздо удобнее. Я даже просто видел геймплей на ютубе, где люди играли. На джойстиках видно, насколько им удобней так доводить. Тут даже кстати, вот там рядом вот... с тобой кто-то есть. Короче, на джойстике вот это даже вот смотришь на джойстик управления. Короче, как я делаю джойстик, так он, собственно, это сложно объяснить. В общем, просто как я управляю, полный эффект присутствия. Офигенски. Так, хорошо, я отвлекся, надо уже залетать-то. Я подлетаю, да, потихоньку. Ну, я уже тоже тут. Меня, наверное, кинет сразу, как ты зайдешь. Я смогу, наверное, по твоему следу залететь? Нет, ты еще достаточно далеко. Так, ну я вхожу, сейчас посмотрим, где ты там окажешься. Тебя не кидает? Нет, пока. 200, like and heavy. Так, а у нас как зовут товарища? Так, транзакции. Гжель Габриэльсон его зовут. Здесь у нас новичок, который через... Здесь вообще достаточно много всяких товарищей. Игл какой-то летает. Осхолио смертоносный. Но он походу пират, он... Нет, он нормальный. Короче, лети ко мне. Здесь какая-то движуха идет. Ну, пока. У меня было такое, что я залетел в систему, где... Да, я мимо твоего следа пролетел. Где был, короче, законник и парень, который разыскивался. Я начал бить разыскиваемого парня, а он оказался в одной команде с законником. Короче, мне пришлось с двумя драться. А вот такое бывает. То есть абсолютно необычно. Блин, я никак не могу в твой след влететь. Но он типа разыскивается в другой системе, а вот это считается нормальным. Там чуть ли да, скорее всего. Короче, здесь всякие есть, но что-то разыскиваемых пока нет. Во, нашел разыскиваемого. Могу подождать, но я, наверное, начну его пока плющить, а ты залетай к нам. Да, давай. Кобра МК, безвредно. Ну, я думаю, ты его там один сейчас успеешь убить. Здесь опасность, я нет, ему щиты сношу просто вот первым залпом, а потом у меня уже пушка разряжается, и нужно ждать некоторое время. Либо короткими пучками убить. Так, заходим к нему в копницу. Я не успел влететь, по-моему. Или я к тебе влетел, или я все-таки не успел влететь в твой след, а влетел в другой. Просто на навигационный маяк бы навелся. Он, кстати, все вещи скинул, если что, можешь подобрать. Он кричит, я тебя прикончу. Нет, я тут один. Короче, вылетай, просто находи в контактах навигационный маяк и... Летай. Но он кончился, в общем. Вот эта штука, в общем, у меня просто идеально шибает щиты, чтобы ты потом ему добавлял там этими своими пушками. Но пушками очень сложно. Ну, короче, ну ты понял, что я тебе расскажу. Ну, зрителям скажу. Нужно подлететь вплотную практически, чтобы им попасть. Они достаточно медленно летят. И залповое оружие тоже. Но залповое это вообще жесть. Я там за 160, по-моему, покупал, да? Одну пушку за 160 купил. Подлетаешь, шарах, это как из дробовика. И я готов прыгнуть туда. Господи. И я с тобой зашел. Ну, нормально. Вместе очень скрыли. Так, кого тут видишь? Раз, два, три. Шесть что? Шесть. Так, ну это, давай. Скорее всего, одна из тех работ. То есть это... О, господи. Эксперт Джордж разыскивается. Ну, слушай, у них, знаешь, они... такие махины, Lake and Heavy. Ну да, на самом деле это легкая цель. Но как бы... Я не это вижу. Это чист. Не вижу кого-то, кто бы разыскивался. Я нашел одного. А он на чем? А, он на том же самом, его зовут Джордж. Жорик. Интересно, остальные у нас будут? Да, посмотрим. Сейчас я его первым делом педалю, короче, сношу ему щит. Так, все остальные чистые. Ну, и соответственно, тоже летаешь. Короче, я готов. On my call, commander. Давай. Ага. А у него серьезные щиты. Ну, я два снес. Сейчас жду, пока последнюю полоску собьешь. И полный. Это вроде. Норм. Тебя даже не отбиваются. У меня еще автоматом мои ракеты стреляют. Хорошо, они у тебя на турельной основе, что ли? Это круто. Так, почти сбили. Так, вот здесь спокойно. И, ну, как бы, пока, парень. Давай, работай. Я слышу там твои эти. Угу. Ну, хорошо летит. Он большой, по нему сложно промахнуться. Да, он медленный. Пушек у него, кстати, не он так много. Он меня таранит, решил, что ты еще идиот. Торговый.
Вот это вот на клавомыше, то, что я сейчас делаю, достаточно сложно делать. То есть крутиться да, на да, месте. Да, то есть люди даже у меня видят, как я тихонечко так летаю вокруг и стреляю просто. А у Артура маневры. Ну он пипец, короче, он этот... Долго мы его бьем. И по мне сзади тут шарашит, по-моему, но пока что так. Не стоит внимания. Так, ты пока шей, а я подожду, пока он становится, короче, не перегрепнет дальше. Сейчас он постарается уйти, наверное, волну. Я думаю, что нет, потому что, видишь, у него как-то и скорости мало. Он уже попытался ускориться, но ему это вообще ничего не дало. Вот сейчас, когда я ускорюсь, я буду очень близко с ним. Да, я вообще упор стрелю. Щит остановился. Так, и сейчас, короче, ему щит верну в исходное состояние. Не-не, у него нет щита. Нет, щит онлайн. Не, у меня красненько. Я упор тому, чтобы щит слетел. Это называется пиратский маневр. С нас называется, короче. Ага. Я улетаю такой, все, улетел. Давай. Слушай, мы его долго ковыряем, пипец. Я так... Ну, потому что он тяжелый, это один из самых финальных кораблей в игре. Ага, на итоге проигрываем. Брони, наверное, я не знаю. У тебя шьют или мне кажется? Не-не, у меня норм. А, ну норм тогда. Даже щиты не сбиваются. Короче, ну он, по сути, как вы поняли, ничего не может нам сделать, мы его тупо избиваем. Он такой, я не понял, подпустите. Не понял он. Держатый. По-моему, хары его бодать. Потому что я себе что-то щиты тоже сношу. Так. Нет, ты просто запугиваешь тех, кто это внутри. Поэк, простите, вы налетели на линию огня. 5, 4, 3, 2, 1. Последние две ракетки, он не успел остановить. Успел уже. Но уже сняли все. Не волнуйся, все хорошо. Чувак, у тебя, блин, 1%. Как ты смеешь щиты устанавливать? Он пытается еще стрелять по нам. Все, до свидания. 39 штук. 39 штук. Так, а остальные что там? Остальные такие типа, а, не-не-не. Не-не-не, говорит, это пираты, мы их знаем. В целом безвредные. Блин, а где же наш? Ну, короче, нам тут делать нечего. Тут да, можно вылетать. И я все это время, кстати, говорил, у меня энергия была на движке. А у меня на оружии. Да я забыл просто про это. Можно было еще быстрее его размотать. Мы летаем чуть. Че, летим к этой... А, да, пушки надо убрать. А сейчас увидим, че, ну, куда можно полететь. И там уже рядом 100% что-нибудь будет на дороге. Вот я к зоне конфликта полечу. Вряд ли это он там конфликт устраивает. Ну, посмотрим, зона конфликта там, как правило, аспиды, питоны. Вот ты летишь сейчас куда? Ну как сказать, к маяку. Типа по карте я вот не вижу. Нав маяк ты летишь? Да, нав маяк. Вот ты справа от меня. Ладно. Ты, по-моему, к нему же летишь. А нет, ты летел ко мне. Да, ну короче, я знаю, где этот маяк, но только что у него был. Давай, да, за хвост цепляйся. Это который, там, тебе сейчас, наверное, где-то 200 световых секунд до него? Да-да-да, 200. Ну, короче, да, и не знаю, что у тебя его раньше не показывали. Но там, в принципе, весело было, там я разобрал один корабль. Угу, побуди сигнальный источник пролетели, но он нам не нужен. Ну, вижу тебя. Покажи им, чего мы стоим, поддержи наших пилотов. Конечно, сейчас поддержим. Охереть. Ага, поддержим. Где у вас там эти охраны? Так, надо оттормаживать, что-то я лечу, сейчас опять витки придется делать. Кстати, я заметил одну штуку. Я хотел посмотреть, сколько стоит мой корабль, чтобы на СП обменять. И когда у тебя на борту незаконный груз, у меня в тот момент были рабы, моя цена корабля уменьшилась в два раза. Да? Окей. Ага. Они такие, типа, мы этот корабль брать не будем, там у вас какие-то мужики сидят, привязаны к батарее. Ну, ты вообще представляли, вот это вот, влетаешь к солнцу, не успеваешь затормозить, короче, и у тебя в трюме люди начинают гореть там. Ага. Так и живем. Есть астероид. А мы, по-моему, шьют или мне... А, это ты прыгнул, это просто... Не-не-не, это я прыгнул. Все, мы с тобой в одном месте. Давай, этого ближнего, я думаю, ты зацепишь. Diamondback Scout какой-то. Саши Цалик. Сейчас я смотрю на него. По-моему, он кого-то сканирует. Десантный корабль Федерации. Чист. Стивен МакГоллан. Так, а наш, я опять забыл, как его зовут. А я думаю, нам покажут. Ну, там напишут цель миссии, но его зовут Джель Габрельсон. Джель. Динеш какой-то есть чистый. Ага. Что-то пока никого тут на самом деле нет.
эти три бочки биомусора стоили 36 цель. Кредитов. Видишь, Дэйв Смэк. Безвредных денег мало дадут, но какая разница? Мы же тут людям показываем Звездные войны. Вижу, это наши. Ты мою цель должен видеть. Ага. Дэйв Смэк. Сейчас я ему еще дверь снесу. Сейчас я подключу. Просто вообще легко. Все, счетов нет. Можете работать, а я маленько подзаряжусь. Беру с колени дальше. Мужик, давай, гоняй меня дальше. И пошло. Так, а он пока на меня пустился. Мне кажется, ему не понравилось, что я по нему стреляю. Мне щит скоро установится, надо это исправить. Я не понял вообще. Так, ну... У меня пушки просто две из четырех сами стреляют. Ну все, он уже. До свидания, в общем, парень. Он пока. Сейчас попытается упрыгать. Даем ему это сделать. 1%. Ракеты, лазеры. Ну, кстати, восстановил броню, но мне пишут, что у него ей нет. Есть у него броня. Но у него чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Добивай. Угу. Меня кто-то сканирует. Это ничего. Я не люблю, когда меня сканируют. Если бы что-то. Я сжигаю корабли. Когда меня сканируют. Там кто-то новый, кстати, прилетел. Надо посмотреть. Вот этот Саша Цалик, на который я смотрю, надо ее посканить. А, Кентон Кларк Вильямс разыскивается. На чем он? А он на вайпере. Ну все, сейчас он не будет разыскиваться. Угу. Так, подлетаю, сношу щиты, короче, по той же методе. И дальше делаем дела. 5 километров я от него. Угу. Так, я сейчас метров на 500 подлечу, начну работать по нему. Он как раз увлечен там пока. Так, мне надо джойстик подлить, это что-то, короче. Так, все, приступаю. Давай. Я пошел. Все, щитов нет. Парень, ты не на тех пиратов нарвал. Все поняли, короче. Все, короче, не на тех пиратов нарвался. Слушай, ему реально плохо. Ему становится очень больно. Да у него вообще там, он такой типа, я слишком горячо. Покинуть корабль. Прощай, мама, прощай. Но он такой, лучше я на звезде сгорю. Ой, нет. Я хочу его протаранить, хочу протаранить. Нет, не все. Сколько дали? 200 кредитов. Короче, вот я сейчас вот точно так же держу в левой руке клавиатуру и мышь. Ну, я показываю это вот на кокпит. А в правой джойстик вот точно так же. И я абсолютно как, то есть малейшее движение он отслеживает. То есть, что бы я ни делал, все вот это вот так управляется. Так круто. Вот это вот я нажимаю указательным пальцем. И он указательным пальцем. Я, короче, к зоне конфликта опять лечу. Mm-hmm. Ты вроде как за мной. Так, я пока слишком не много насилия, если не уйдем, не выживем, пишет Шеннон. Шеннон что-то ноет. Зря она так. Все поясни, что я не вернусь. Понятно. Так, на Вилсенте. Далеко до этой зоны конфликта? А, зона конфликта низкая напряженность, которая? Да. Ну, 500. Хрен, давай, пустили. Было бы классно, знаешь, если ты залетаешь на станцию, слышишь там новости, типа, очередное нападение было на корабль, вот мы, типа, слышим интервью того человека, на чей корабль напали, он такой, этот гад меня убил. Этот кондишн в самолете выключил. Потому что в самолете прохладно стало, у меня же руки зябнут. Да. Так, здрасте. Там происходит тут какой-то игл сил самообороны, лучер сил самообороны, десантный корабль. Господи, ты понял, сколько тут самолетов? Ой, самолетов были. Самолетов тут нет. Ты сейчас летишь, ты поймешь, о чем я. Сила обороны, система, специалист. Нарушитель он, прикинь. Я вступаю за силы самообороны. Кто так? Сила обороны, система, нарушитель. Кого стрелять-то? Да. По мне стреляют. Тут вообще капец, сколько кораблей. Я тебе говорю. Слушай, помнишь, я тебе про звезду одну говорил далеко, где надо слетать, посмотреть? Нет, Джек, надо этот. Нет.
Здесь у меня, к сожалению, запись покрашилась, но я думаю, для того, чтобы, собственно, сложить впечатление по поводу того, как эта игра работает в мультиплеерной части, то есть взаимодействие с другими пилотами, взаимодействие, ну, то есть во время выполнения каких-либо миссий, мы вам это показали, оно работает примерно вот так, и, как вы могли заметить, наверное, по этому видео, атмосфера в одиночном полете, то есть в одиночном исследовании этого мира, либо там в одиночной работе, и атмосфера при работе в крыле совершенно разные. Не могу сказать, какая из них лучше, какая из них хуже. Первая, наверное, более такая медитативная, вторая, скорее, именно на экшен и что-то подобное. Ну, второе, понятное дело, далеко не так скучно, то есть общение, живое общение, оно очень хорошо. Ну да ладно, короче говоря, на этом давайте заканчивать. Я не знаю, пишите в комментариях полезные советы, а по поводу того, показывать все это дело или нет, ну, в принципе, ваше мнение закон, пишите, нужно ли вам это, и в меру возможности, не обещаю, что будет постоянно, опять же, выходить, но под настроение и при желании показать что-то реально интересное, видео по этой игре еще будут выходить. Поэтому не забывайте комментировать, ставить пальчики вверх. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами были Артур, Джек. Всего хорошего. Всем пока.